Почему мы воплощаемся вновь и вновь? Не задумывались? Наверное, ну, не все, наверное, понимают, что наша жизнь не заканчивается гибелью физического тела. Просто опять вздалбали в голову нам многие что, вещи и так далее. Но кто, кто уже понимает, то подумайте. Если понимать, что перевоплощение – реальные вещи, то подумайте, почему человек опять воплощается в новом физическом теле? Почему? Потому что без физического тела эволюционное развитие, в принципе, невозможно. Правда, к сожалению, из-за того, что наши друзья, черные паразиты, захватили власть и правят довольно-таки бал пока еще, то они делают все возможное, чтобы люди не развивались правильно, чтобы они не смогли реализовать свой потенциал. В результате чего, в принципе, к сожалению, большинство людей время для того, чтобы развиться, продвинуться духовно, не используют, а тратят на пустые вещи, в большинстве случаев противоположно развитию. А те, кто задумывается о развитии, им подсовывается огромнейшее количество литературы, которая, как лабиринт Минотавра, так сказать, уводит в сторону, чтобы человек никогда не нашел выхода и понимания того, что как движение развиться вперед. Потому что, подумайте сами, большинство учений, в кавычках, которые так интенсивно навязываются всему миру, подумайте, если они навязываются, кому они выгодны? Средства, те, которые контролируют средства массовой информации, блокируют все, что мешает им, что разоблачает их. Значит, если они поддерживают эти, так сказать, учения, значит, эти учения выражают их собственные интересы или по заказу созданы. То, что все учения говорят, ты ничего делать не должен, только быть готовым. То есть то же самое, сиди у телефона и говори, что я кушать хочу. Телефон накормит. То же самое. Духовное развитие не происходит от того, что мы сидим или медитируем и так далее, и ждем, когда что-то нам, кирпич с головы упадет, и может это что-то откроется. Ну, в некоторых случаях открывается, но вопрос, что открывается и как. Именно вот на это наталкивают, на это направляют, чтобы все, кто хочет познать, и действительно, сколько людей теряют десятилетия, а чаще всего не только теряют время, они теряют и свой потенциал, чаще, очень часто даже их разрушается, то есть болезни появляются и так далее, потому что те, кто их ловит на эти удочки, весьма хорошо используют их потенциал, чтобы их же превращать в рабов, да, еще более сильно. Потому что многие вещи, понимаете, показывают, что типа вот, ну, это типа гипноз, это типа самое серьезное воздействие на человека. Вот типа спите, спите. Вот если вам не сказали, что спите, значит ничего не происходит, да? А вот сказали спите, вы уснули, значит вот это действие, да? Так это специально, да, действительно гипноз реально действует на человека. Но это примитивнейшая форма воздействия. Те, кто управляет народами, массами, они могут возить так, что никто даже не нужно говорить спать там, и так далее. Все будут в бодром состоянии духа. Но будут действовать якобы по побуждениям, исходящим изнутри. Типа по собственному. А на самом деле это под воздействием влияния они будут действовать то, что нужно кому-то. Даже человек не поймет. А вот что такое возможно, всеми способами скрывается. Что такое может быть, и служа говорит, что это не может быть, потому что не может быть никогда. Почему? Самый лучший вариант скрыть преступление, это сказать, что его не может быть. Это лучший вариант. Так вот, понимаете, когда вот людей превращают действительно непонимающие, когда вместо понимания, простого, ясного понимания, реальных процессов происходит, что такое живая материя, как она развивается, какие законы действуют, что есть что. Понимаете, что такое хорошо, что такое плохо, понимаете. Там вот почитайте любую религию, каждая религия говорит, что хорошо верить в своего Бога, а хорошо убивать тех, кто не верит в этого Бога, а всех других богов верующих нужно убивать. Это благое дело. Почти вся любая религия к этому призывает. И то, что это не слова, а факт, нужно сказать, даже в той извращенной истории, которую мы сейчас имеем, об этом говорится очень много. Потому что уничтожение миллионов людей происходило из-за того, что они веровали в другого Бога или не веровали вообще. Вот нужно прийти и, типа, христианство в том числе. Вот как то самое, пан Паниковский, дай миллиончик. Не хочет человек, его заставляют веровать. И якобы это религия, несущая любовь и так далее, и так далее. Понимаете, вот сколько происходит, и люди, самое странное, вот они, вот я удивляюсь, как люди сами принимают и как входят и считают, что это хорошо, и начинают радоваться этому состоянию.
грабит, убивает. Хорошо, это мне Бог испытание посылает. Понимаете, вот меня удивляет, как люди легковерно принимают любую блажь. Приятнее быть жертвой, агнецом, которого прибьют, убьют, заколят и так далее. Вот меня это всегда поражало. Неужели люди действительно хотят быть жертвами? Вот задумайтесь сами. Боятся заступиться за правое дело. Не дай Бог, мне это укнется. Боятся быть на стороне справедливости. Ну почему же так? Где же дух наших предков, которых никто никогда не мог покорить? А покорили сволочи, придумав фальшивую религию, навязав нам. Так неужели мы должны продолжать спать в этой спячке, которую нам 1000 лет назад погрузили?